Снова здравствуйте, дорогие мои. Одинокие две посылки. Ну, все равно надо распаковывать, потому что здесь, ну, достаточно интересно еще разок поближе посмотреть. Если вы обратили внимание, я постарался аккуратно это распаковать. Для чего мне это нужно? У меня один телефон оказался бракованным. Да, то есть я сейчас буду заодно снимать видео о том, а что из себя представляет брак и каким образом я все это дело отправляю назад. То есть я сейчас прохожу интересную процедуру отправки бракованного телефона обратно в Китай. Может быть, это будет интересно, скоро выложу. Значит, пришло у нас, ну, пленка простенькая плюс силиконовый бампер. Это неинтересно абсолютно. Мы сразу убираем. А вот дальше начинается, ну, достаточно интересно. Значит, Asus Zenfone Max белого цвета. Ну и ладно. Вы уже достаточно много видели распаковок Asus'ов. Так, давайте его сюда положим. Также возьмем. Вот сюда положим черный. Тоже включим. А для чего мы их включим? Потому что у меня пришел еще один чехол Nilkin, да, причем видите окошко, следовательно, это Asus View Flip Cover, так называемый. Что этот самый View Flip Cover дает? Он дает возможность делать достаточно много чего, не открывая телефон. Кстати, что было интересно, это изменил ли настройку у нас продавец? Да, обратите внимание, теперь у нас уже стоит 82-я прошивочка, что на белом. Что обратите внимание на черном? Стоит 82-я прошивка. Раньше телефоны шли с 72-й прошивкой. Теперь вот они идут с 82-й. И знаете, на что еще обращу внимание? Если раньше вот эта папка называлась на иероглифах была, теперь она называется Smart Tools. И никакими иероглифами уже не пахнет абсолютно. Оба телефона у нас в версии 32 гигабайта. На них стоит 82-я прошивка. Давайте включим функцию Asus View Flip Cover. Включим Asus View Flip Cover. Вот, обратите внимание, вот она находится. И очень важно, ребят, автоматический переход в спящий режим. Если будет стоять мало, то ну, быстро будет отключаться. Так, значит, вот этот чехол Nilkin немножко отличается от предыдущего. Не совсем помню, как это называлась эта серия. Называлась она немножко иначе. Но сам пластик, кейс, в который будет вставляться телефон, немножко другой. Сзади уже никакой кожей ни фальш, ни настоящий не пахнет. Да, то есть это пластик. А спереди это... Затрудняюсь сказать, что это за материал, как его правильно назвать. Ну, вы знаете, по качеству вполне качественно. Но единственное, чего не вижу, да, то есть вот если на предыдущем чехле Nilkin вот здесь была решеточка для динамика, то здесь она отсутствует. Так, ну, встает, смотрите, да? Абсолютно хорошо встает. Насколько помню, это серия Sparkle, что ли, называется. Не вспомню, как она правильно называется. Так, ну, смотрите. Сработал наш. Еще разок. Что такое у нас? Темный. Так вот.
Ну, то есть, видите, он даже не до конца закрылся. Видите, он даже не до конца закрылся. И все равно срабатывает. То есть, достаточно мощный магнит, наверное, находится где-то здесь. Срабатывает без проблем. То есть, вот видите, я шрудю, как правильно сказать. Ну, в общем, достаточно, вот, достаточно сильно я отодвинул, да, какие зазоры. И то он срабатывает. Вот у меня один из моих подписчиков, да, оставил жалобу о том, что чехол пришел, Нилкин предыдущий, и как-то вот плоховато он срабатывает. Вот поэтому, видите, вот тут насколько сильно сдвигается. Видимо, здесь срабатывает магнит. Очень сильно сдвигаю, при всем при этом вот тут, да, он держится. То есть, мы открыли, мы закрыли, все хорошо. Значит, что можно делать? Вот тут все меню. Меню можно менять, добавлять, убирать ненужные вещи. Причем внешний вид, когда хотите, опять же, можно менять. Достаточно удобно. Динамик открыт. Фото, все датчики открыты. Кнопки, ну, вы знаете, достаточно удобные. Включение точно так же. По двойному тапу, как и выключение, я делаю. Ну, в принципе, кнопку включения достаточно удобно. Не совсем понимаю, все-таки скользкий он или нет. По толщине практически не изменился, да, то есть по толщине он сильно не увеличивает размера габарита телефона. Вполне удобная штука. Стоит, да, не 200 рублей, как вот бюджетные, которые ко мне шли. Он стоит где-то в районе, наверное, 500 рублей. Но все-таки, ребят, это Нилкин. Это все-таки хорошее качество. Хорошо подходящие кейсы. К покупке смело рекомендую. Но все-таки посмотрите, вот кожаный, да, у меня скоро придет еще 4 кожаных, как минимум, да, 6, если честно, их идет. 4 идут разного цвета, то есть вы сможете посмотреть, как эти цвета выглядят вживую, а не на картинке. Мы еще раз с ними вот такие тесты приведем, поймем, единичный случай ли это был, да, у моего подписчика, либо на том чехле это регулярно происходит. Ну и, собственно говоря, будем понимать, да, то есть то ли вот такой заказывать, то ли тот. Значит, динамик открытый по сравнению с тем, ну и материал немножко другой. А так очень даже хорошо. За сим все. А если у вас есть телефон Asus Zenfone Max, посмотрите остальные видео в этой группе. Да, здесь достаточно много разных аксессуаров к нему есть. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Есть какие-то вопросы относительно телефона, задавайте, ну, постараюсь на них ответить. Всем всего, до скорых встреч!